За 8 месяцев текущего года в Артемовском городском округе зарегистрировано 46 пожаров, а это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Неоднозначные цифры статистики озвучил заместитель начальника 54-й ОФПС Анзор Алтимиров. При пожарах погибло 2 человека, за аналогичный период прошлого года погибло 4 человека, снижение на 2 случая, гибель детей на пожарах не допущено. Получили травмы различной степени тяжести 3 человека. В аналогичном периоде прошлого года получили травмы 5 человек. Снижение на 2 случая. Материальный ущерб от пожаров составил 2 миллиона 950 тысяч рублей. Зарегистрировано выездов пожарных подразделений на ликвидацию 182 загораний, что больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, на 36 загораний. Огнем уничтожено 32 строения, 6 транспортных средств. Подразделениями пожарной охраны эвакуировано 15 человек, спасено 5 человек, 19 строений, 5 единиц техники, материальных ценностей на общую сумму более 20 миллионов рублей. Обращаю внимание жителей Артемовского городского округа, что при наступлении холодов увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Перед наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода необходимо провести обслуживание печного отопления. Это побелка, чистка дымоходов, пользоваться неисправными печами запрещается, использовать обогревательные приборы кустарного производства также запрещается. Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите свой дом, свое имущество. Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности может спасти не только вас, но и ваших близких и соседей. В период похолодания возрастает нагрузка на электросети, поэтому важно проверить состояние электропроводки, особенно в многоквартирных домах, где давно не проводился капремонт, и ее состояние оставляет желать лучшего. Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы. Старайтесь делать так, чтобы питание на них поступало из разных источников, поскольку несколько приборов, включенных в одну розетку, могут привести к печальным последствиям.